Рики и Пови – наши люди, потому что они замечательные, они такие простые, общительные, всенародные любимцы нашей всей страны. Мне кажется, в каждом доме звучали их песни, звучат по сей день. Настолько они нам полюбились, что мы с мужем, когда у нас была свадьба, мы решили пригласить их вот именно для поколения наших родителей. Да и нам самим, честно говоря, тоже. Мы танцевали с удовольствием, мы подпевали. Анджела, Анджело и Франко – абсолютно. Абсолютно наши люди. Я прекрасно помню эту свадьбу, по-моему, лучше из всего, что мне доводилось видеть, потому что Алсу была просто ослепительной. Она не только была там сногсшибательно красивой в день своей свадьбы, она вообще очень талантливый человек, прекрасная певица, поэтому пошли за честь принять участие.